Привет, друзья! Просматривая комментарии к моим фильмам, я обратил внимание, что вы часто просите рассказать подробнее о березовой чаге, о ее полезных свойствах, как ее готовить и так далее. Ну что ж, видимо, пришло время поделиться с вами опытом настоящих таежных охотников. Сегодня мы с вами отправляемся в лес. Для начала нам нужно будет найти березовую чагу, добыть ее. И параллельно по ходу я вам буду делиться своим опытом, где ее искать, чем она отличается от других березовых грибов и наростов. А далее, когда мы с вами ее добудем, я вам покажу, как ее приготовить прямо в лесу, как это делали наши предки. Что ж, друзья, пойдемте в лес. Мы сейчас идем с вами по тому самому лесу, где я традиционно привык охотиться на рябчика осенью, собирать грибы, ягоду. Это наша любимая южная тайга. Черника, брусника, грибы. Ничего сейчас нету, естественно. Ну, рано, конец июня, начало июля, да. Это обычно позже, уже там к августу ягода. Грибов нет, у нас засухи, давно не было дождей. Так бы, конечно, повылазили. Вот они, даже здесь черничники. И вот в этом лесу преобладают такие хвойные в основном породы, но вот сейчас я смотрю, стали появляться березы. Нас интересует, друзья, именно березовая чага, не какая-то там на других деревьях, я знаю, тоже наросты есть, но целебные свойства только у березовой чаги, хотя могу ошибаться, возможно, у других деревьев тоже. И вот параллельно, смотрите, вот на березе нарост, да, при этом береза живая. Что это за нарост? Это не чага, это кусочек, это старый кап, то есть сувель. Вот вообще существует три разновидности, ну их больше, но основная масса — это три разновидности березовых гриба. Это трутовик, причем трутовики тоже бывают разные. О, кстати, вот трутовики, как раз прямо, как говорится, здесь же. Вот классический вид трутовиков. Это один из видов трутовиков. Как я вам говорю, есть их разные разновидности. В основном они уже растут на гнилушках, то есть на мертвых деревьях. Чагу же необходимо искать только на живой березе. На уже сгнившей, умершей березе чага теряет свои полезные свойства. Она нам не подходит. Сейчас я его сниму и вам покажу. Возьму с собой, потом вам покажу, чем отличается чага от трутовиков. Кстати, вот тоже, вот видите, тоже определенный вид трутовых грибов. Вот они, уже на гнилушке на земле. Да, это тоже. Отлично. Давайте я вот так вот сейчас вот срежу немножко. И покажу вам, как он выглядит внутри. Вот эти самые споры, благодаря которым и распространяются трутовики. Используется, я вам уже показывал, для разведения или переноса костра. Он очень долго тлеет. И также, как дым, выкуривать комаров. Эффективное средство. Кто не смотрел фильм этот с моими методами защита от комаров, ссылочка в описании, изучайте. Естественно, для приготовления напитка вот такой вот трутовик нам не подходит. Это не чага. Я его возьму с собой, чтобы потом сравнить именно с чагой, которую, я надеюсь, мы сейчас с вами найдем. Ну, идемте дальше. Вроде бы вижу чагу, причем да, это она, причем не так далеко от того места, где я трутовик вам показывал. Вот она, вот классическая чага. Видите, какая черная? Ее так и называют — черный березовый гриб в народе. И обратите внимание, дерево болеет, то есть у него у березы трещина вот здесь идет в коре, в стволе прямо. И на месте таких трещин и появляется чага.
То есть можно сказать, что чага – это болезнь березы, и береза старается с ней бороться. Растет эта чага очень долго, может расти до 20-25 лет. Вместе с этим она потихоньку убивает дерево. То есть можно сказать, что это рак березы, грубо говоря. После чего береза потихоньку погибает. Но вот эта береза живая. Вот крона ее, видите, листья. Красота какая. Береза еще живая. И чага вот эта тоже живая. Она нам в принципе подходит, но она еще молодая. То есть это еще не до конца созревшая чага. Она будет зреть. Они бывают очень больших размеров. То есть в буквальном смысле обволакивают вот так вот ствол. И всегда старайтесь искать все-таки вот что-то подобное. Трещины какие-то. То есть больное дерево. На живых здоровых деревьях, как вы видите, чаги никакой нет. Вот здоровые березы стоят. Бывает так, что чага растет высоко где-то. Вот вы ее нашли где-то высоко. Там достать ее, естественно, невозможно. Но следует осмотреть деревья вокруг. Большая вероятность того, что где-то вы найдете на уровне вашего роста, чтобы ее можно было снять. Ну, давайте. Сейчас давайте я отковырну, во-первых, вот кусочек все-таки, чтобы вам показать, сравнить, как она выглядит внутри, сравнить с трутовиком. Чтобы вы не ошиблись все-таки, потому что вопросов много. Чем отличается? Так, а где? Я уже ее потерял, что ли? Где-то. Вот она, вот. Вот еще раз. Вот такая молодая чага. Сейчас я ее попытаюсь чем-нибудь оттуда сбить. Хотя бы кусочек. Собирать чагу, в принципе, можно круглогодично. Она не теряет своих полезных свойств никогда. Просто летом сделать это сложнее, ее найти сложнее из-за густой растительности. И также, конечно же, ее следует собирать в экологически чистых районах, подальше от проезжих частей, от дорог крупных, в таком хорошем диком лесу. Вот смотрите, друзья, внутри чага имеет вот такую вот пористую поверхность. От светло до темно-коричневой. И вот сразу с трутовиком сравнить. Вот видите, у трутовика тут споры. А здесь она все-таки такая пористая. Кстати, мой эксперимент по добыче огня зимой без каких-либо средств розжига я уже снимал и вам вот об этом рассказывал. Кому интересно, посмотрите, ссылочка в описании. Чем это у меня там в итоге закончилось. Снаружи она выглядит вот так. То есть черный березовый гриб. Я вот тут вот отколупал, сбил, ну сколько смог. Вот такие вот три кусочка. Очевидно, что для заготовки они, конечно, этого мало. Но я их все равно с собой возьму. В принципе, для одного напитка на один раз. И этого будет достаточно. Однако сейчас мы с вами пройдемся еще вглубь леса. Я уверен, что мы найдем еще чагу. Пойдемте дальше. О, а вот, кстати, и третий вид березового нароста. Это и есть кап или сувель, как ее еще называют. Я, ребят, в этих разновидностях не очень разбираюсь. Ну вот вроде как у сувели такие еще молодые побеги из нее растут. В общем, смотрите, вроде бы похоже на чагу, но чага все-таки черная. А здесь вот этот кап имеет такую, ну, фактуру самой березы, коры. Ее, это можно сказать, такое очень плотное наслоение древесины друг на друга. То есть это такая твердый-твердый нарост. Для приготовления целебного напитка она нам абсолютно не годится.
В основном кап используют для изготовления всяких поделок из дерева. Вот что я вам говорил. Я не успел отойти далеко от тех берез, где я нашел первую чагу. И вот что я вижу. Вот она. Вот это уже, да, вот это уже поинтереснее будет вариант. Вот это уже более зрелая чага. Прямо отлично. Конечно, не такая большая, как они бывают. Смотрим сразу на крону. Дерево живое. Береза живая. И сейчас мы ее отсюда снимем. Отличная чага. Ну что ж, друзья, вот мы с вами собрали березовую чагу. Надеюсь, вопросов, как ее найти и как собрать, у вас не осталось. Впрочем, если все-таки какие-то вопросы возникают, пишите в комментариях смело, буду отвечать вам по мере возможности. Теперь давайте расскажу вам о ее полезных свойствах и за что же ее так все-таки ценят в народе. Вот эта чага, этот нарост является болезнью дерева, и береза начинает выделять какие-то уникальные по своему свойству микроэлементы в своем составе, с помощью которых пытается уничтожить эту заразу. Да, это болезнь березы, но для человека это здоровье. Наоборот, это здоровье, благодаря как раз этому составу. Вообще, чага была известна еще с 15-го, где-то 16 века. Есть такое поверье, что промысловики, случайно разогревая воду в емкости, случайно туда упал кусочек чаги, ну, насколько случайно, да, получился такой напиток, они его попробовали, изможденные длительными переходами, они почувствовали сразу такую бодрость, подъем сил. Дальше ее начали заваривать в качестве напитка, в качестве заместо обычного чая. И при этом люди стали избавляться от каких-то своих недугов. Я вот не врач, утверждать не имею права, но часто говорят, что эта штука способна излечить онкологию, рак. Писатель Солженицын утверждает, что именно таким образом он вылечил свое заболевание, свой рак, победил именно с помощью чаги. По крайней мере, для восстановления желудочно-кишечного тракта эта штука незаменима. Натуральные природные компоненты чаги в своем составе оказывают примерно такое же воздействие на организм, укрепляют иммунитет, лечат от какой-то инфекции, убивают вредные микроорганизмы, практически так же, как смола хвойных пород деревьев, ели, сосны, пихты и так далее. То есть живица, о которой, кстати, я вам уже подробно рассказывал в своем фильме. Пожалуйста, ссылочка, как всегда, в описании. Так вот, заваривать ее и готовить начали в свое время именно таежные охотники, промысловики, простые люди, как мы с вами. И заметили, что те, кто употреблял регулярно чагу вместо обычного чая, отличались здоровьем, долголетием, они практически не страдали какими-либо недугами, в том числе, как я вам уже сказал, какими-то расстройствами пищеварительной системы, желудочно-кишечного тракта. То есть штука, по сути, уникальная. Именно поэтому чага так и широко распространена у нас в России. К слову сказать, береза в наших широтах, вот у нас в стране, растет повсеместно практически, ну, может быть, кроме каких-то горных южных регионов. Поэтому найти чагу труда особого не составит. Теперь давайте я вам расскажу, как я ее готовлю, свой рецепт. Как я вам и говорил, чага имеет вот такую вот пористую структуру. Но эта структура неоднородная. Вот в самом начале она такая немного трухлявая, а дальше идет более твердая. Для приготовления целебного напитка нам вот эта вот труха не подходит. То есть нам нужно будет сейчас добыть именно твердую структуру. И также вот эти вот верхний слой, вот это вот черные наросты, мы также удаляем. Это нам не годится. То есть мы просто ее вот так вот счищаем. Особенно тщательно счищайте место прилегания к стволу дерева и внешние вот эти вот наросты.
нас интересует именно внутренняя часть. В итоге у нас с вами получается вот такой вот красивый бурого цвета кусочек чаги. Готовый, в принципе. Но для того, чтобы ее приготовить методом навара, так называемым, о котором я вам расскажу, ее нужно еще немного измельчить на такие порционные небольшие кусочки. Вот примерно такие кусочки у вас и должны получиться. Ну, какие-то больше, какие-то меньше. Вот, друзья, мы с вами подготовили чагу для заваривания. Практически все готово. Да, знаю, многие, вот если чагу большую находите, многие ее также берут, вот так же разрезают на кусочки и оставляют сушиться в сухом прохладном месте. Где-то примерно, ну, кто-то там двое-трое суток, кто-то неделю высушивает. Все природные полезные вещества в ней также сохранятся. Допустим, если вы хотите ее заготовить на зиму там, да. То есть, таким образом, круглый год полезный целебный напиток у нас всегда будет под рукой, что называется. Я же привык обычно где-то там в охотничьем походе каком-то готовить, прямо не отходя от кассы, что называется. То есть прямо на месте из свежей чаги. Для этого я использую, для метода навара я использую термос. Это вот мой любимый термос, который всегда при мне практически. Он 0,7, то есть 700 миллилитров. Для этого достаточно будет, для такого термоса, для такого объема, достаточно будет, ну вот, чуть больше полторы ладони, ну даже может быть две ладони, горсть такая, вот таких кусочков чаги. Если же у вас термос больше емкости, литр, полтора, соответственно, увеличиваете количество чаги. Все, друзья, нам с вами осталось только развести костер, вскипятить воду и залить наш с вами термос. Приступаем. Вот еще что важно. Вот когда вода закипела, ей нужно дать возможность, вот так вот сняли котелок, и дать возможность постоять, чуть-чуть остыть, где-то до 85 градусов, чтобы крутым кипятком при заваривании в термос не убить полезные вещества чаги. Подготовленные кусочки чаги просто аккуратно засыпаем в термос. И дальше заливаем термос кипятком. Вот, уже не такой горячий. Ага, хотя снизу-то еще будь здоров.
Вот, даже чуть-чуть перебор получился. Но ничего страшного. Вот в таком виде, в термосе, мы ее оставляем завариваться примерно на 12 часов, не меньше. Это я вам показал такой охотничий лесной походный способ. В полевых условиях, в лесу собрали чагу, прямо свежую заварили в термосе. Пока вы где-то в лагере, в палатке там, пожалуйста, на следующий день уже можете угощать ваших товарищей и радоваться сами прекрасным лесным целебным напиткам. Но если вы берете с собой чагу домой, заготавливаете ее там на весь год вперед, то все это прекрасно также заваривается с помощью чайника дома в термос. После того, как навар готов, чагу можно употреблять так же, как и обычный листовой чай. Напиток имеет прекрасный лесной приятный аромат и бурый насыщенный цвет. Многие, вот я знаю, кто знаком с напитком из чаги, даже отказывается от употребления обычного листового чая. Друзья, ну что ж, вот такой вот простой рецепт. Надеюсь, теперь вопросов относительно березовой чаги у вас станет меньше. Впрочем, как обычно, задавайте вопросы, пишите, буду в комментариях, буду рад любому позитивному общению с вами. Надеюсь, эти материалы окажутся для вас полезными. Спасибо, что смотрели. Большущей вам всем удачи. Выбирайтесь обязательно на природу, в походы. В лес, в тайгу, дышите свежим воздухом, хвоей, фитонцидами. Крепкого вам здоровья и пока увидимся. Костер, друзья, обязательно. Костер сейчас обязательно затушить.